Ну, для начала привет, люди совсем перестали здороваться, на свете осталось очень-очень мало, и мы не можем даже выказать элементарную долю воспитанности друг другу. Привет. Я Сергей. Как зовут тебя? Отлично. Все в порядке. Не волнуйся. Ты в безопасности. Я нашел тебя сегодня утром в подсобке заброшенного магазина в городе. Тебе очень сильно повезло, что я решил туда заглянуть. Там ведь уже ничего не осталось. Я просто решил проверить. От кого ты убегал? Явно не от гнилых, да? Но догадаться было нетрудно. На твоем лице гематомы, на теле сильные ушибы, и ноги стерты в кровь. Так от кого ты убегал? Ясно. И как ты туда попал? Кто? Маска с черепом. Как его зовут, ты знаешь? Я не удивлен, что этот говнюк все еще жив. Да, мы знакомы. Когда-то я был вместе с ним. Наслушался его сказок о том, что мы создадим безопасное поселение. Я там был врачом. Нас было немного. Я, медсестра Наташа и паренек лет 19, Игорь. Он был студентом-медиком до того, как все это началось. Что ж, сейчас не об этом. У тебя шоковое состояние и присутствуют признаки обезвоживания и, возможно, заражения крови. При первичном осмотре я не нашел никаких следов укусов или открытых ран, так что не потребуется никаких вмешательств. Но если же что-то скроется в процессе осмотра, то я надеюсь, ты понимаешь, нам придется попрощаться. Допустим, я поверю на слово, что ты не заражен, но все-таки мне нужно будет тебя осмотреть. К сожалению, при тебе не было никаких вещей, кроме вот этой. Любишь приложиться к бутылке? Или тебе он был нужен для медицинских целей?
Что ж, тебе повезло. Мои антисептики почти на исходе, и тратить их на тебя может быть не очень разумно. Стерильные перчатки уже давным-давно закончились. Что ж, давненько у меня не было пациентов. Даже начал слегка скучать. Раньше работы хватало. Меньше людей, меньше работы. Сейчас я обработаю руки спиртом. И мы приступим. Окей. Сейчас я проведу осмотр. Проверю твои лимфоузлы. Осмотрю состояние кожи. Проверю волосы на наличие паразитов. Ты знаешь, иметь такую прическу в текущей ситуации — непозволительная роскошь. Бери пример Сергея Анатольевича. Он плохого не посоветует. Так, сейчас я подвинусь к тебе поближе. Без глупостей. Хорошо. Thank you.
есть головокружение? Нет. Отлично. Отлично. Так. Ну что ж, в принципе, нормально. Подожди секундочку. Сейчас нужно будет осмотреть твое горло и нос. Открой рот пошире и скажи «а». Так. Ага, держи открытым. Хорошо. Так. Закрой. Горло болит? Нет. Замечательно. Так, чуть-чуть горло. Ага. И нос тут у нас, значит. Ну, в принципе, все в порядке. Так. Проверю реакцию зрачков на свет. Слизистая слегка серая, но тоже ничего страшного. Теперь я смотрю твои волосы на наличие паразитов. Так. Что тут у нас? Да. Следует задачиться этим вопросом. Ну что ж, твое счастье, паразитов я не увидел, даже ни малейшего намека. Ну что ж, теперь я немного послушаю тебя. Дыши. Ровно дыши, спокойно. Не дыши. Дыши. Хорошо. Футболку опять. Оп. И так. Продолжаем дышать. Дыши.
глубокий вдох. Держи дыхание. Выдох. Глубокий вдох. Протяжный длинный выдох. Хорошо. Теперь еще раз. Так, дыши спокойно. Так, не дыши. Сейчас я послушаю со спины. Так, дыши. Дыши. Хорошо, дыши. Глубокий вдох. Медленно выдох. Так, еще раз вдох. Хорошо. Итак, легкие у тебя чистые, сердце в целом все тоже в порядке, бьется ровно, посторонних шумов я никаких не услышал. В общем, жить будешь. Критических проблем со здоровьем я не наблюдаю. Налицо сильное обезвоживание и усталость. Твой организм подвергся сильному стрессу. Можно сказать, тебе очень сильно повезло, что я решил заглянуть в ту подсобку, иначе сейчас тебя бы, скорее всего, уже доедали гнилые. Жестокая правда жизни. Ну что ж, твои порезы на свадьбу зарывет. Сейчас я принесу тебе немного воды с сахаром. Это поможет тебе слегка восстановить силы. После этого рекомендую поспать, чтобы полноценно отдохнуть. Ну а потом уже, когда проснешься, я проведу физиологический осмотр и посмотрим, что из тебя дальше получится. Не советую делать какие-то глупости. Это я только на вид такой добрый. По хирургии у меня была отличная оценка. Надеюсь, мы друг друга поняли. Отлично. Ну что ж, лежи, отдыхай. Все хорошо. Набирайся сил. Сейчас я принесу воды. Давай.